стало известно, что китайский режим, столкнувшийся с недовольством мирового сообщества из-за жестокого отношения к мусульманам и тюркам восточного Туркестана, задержал 53-летнего Энвера Турсуна, проработавшего на Коммунистическую партию Китая более 20 лет и занимавшего пост главного помощника Народного собрания так называемого Синьцзяня. Как сообщает Туркестан Пресс, Энвера Турсуна обвинили в нарушении дисциплины и злоупотреблении служебным положением и лишили всех политических прав. Несколько месяцев назад по тем же обвинениям был задержан Нурбек Ри, много лет служивший коммунистической партии в Восточном Туркестане и занимавший пост министра. Военные подразделения китайской армии, находящиеся на службе в Гонконге, опубликовали учения, в которых военные подавляют акцию протеста. На странице в социальной сети гонконгского подразделения китайской армии размещен видеоролик, посвященный протестам против законопроекта о выдаче подозреваемых в Китай. Командующий Народно-освободительной армией Китая в Гонконге Чен Даосян сделал следующее заявление. «Пекин категорически настроен на поддержание безопасности и стабильности в Гонконге, и поэтому в данном случае не должно быть ни пощады, ни сострадания по отношению к демонстрантам». Появилась информация о том, что для сохранения военного превосходства в регионе Израиль добился отказа США в продаже Турции истребителей F-35. Израильский телеканал 12 сообщил, что после того, как Турция купила российские системы противовоздушной обороны, Израиль оказал давление на Вашингтон и добился отмены продажи американских бомбардировщиков. За последние два года США поставили в Израиль 16 бомбардировщиков F-35, сделав Израиль единственным государством в регионе, имеющим на вооружении такие истребители. Президент США Дональд Трамп заявил, что начиная с 1 сентября в отношении китайской продукции общей стоимостью в 300 миллиардов долларов будет введен 10% дополнительный налог. Трамп, сообщивший, что недавно из Китая вернулась американская комиссия, подчеркнул, что его вера в то, что они смогут подписать соглашение с Китаем, пошатнулась 3 месяца назад. К сожалению, Китай решил еще раз пересмотреть условия соглашения. «Недавно мы подписали с китайскими коллегами соглашение о поставках сельхозпродукции США в Китай. Однако Пекин отказался и от этого соглашения», — сказал Трамп. Министерство внутренних дел Йемена сообщило о 49 погибших в результате терактов в городе Аден, объявленном временной столицей. Вчера утром на здание Центра безопасности было совершено нападение при помощи начиненного взрывчаткой автомобиля, в результате которого погибло 13 человек. С другой стороны, конвой Хизама Аль-Эмни, поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами, направлявшийся в штаб Аль-Джела, попал под обстрел крылатых ракет и беспилотников. Число погибших составило 36 человек.